Ребята, я только сейчас узнал, что вот у стикерсов какие-то, ну, слишком мемные названия. Вот магнит реально вожу просто мемы. Я вот читать описание не буду, потому что они слишком длинные, а стикерсов дофига. И читать я не буду. Полногун. Огонь. Еда. На чили. Поп-дог. Кить-коть. Пинг-пун. Ну да, как же без говна. Пельмешка. Маска. Бодрик. Леон. Лапочка. Кусь. Подождите, что это за лапочка? Это Гача Лайф. Блин, уже в магните этот Гача Лайф. Кек. Жабика, я бы его хотел. Движун. Гуся. Гуд. О, у меня такой же есть. Ой, подождите, я пропустил. Вожак. Черепушка. Царапка. Феликс. Да блин, я их всех никогда не соберу. Туч. Усталь. Ну, там был. Месть. Точиоч. Да блин, я хочу их. Бу. Все. Ну, блин, ребята, я вот знаете, каких больше всего хочу? Это... Поп-дог? Не, ну реально, вы же знаете этот мем с этим долгом. А знаешь, что Ваня кушает? Что? Папа вас кушает? Того, как с бананом. Нифига. Пельмешка. Вот мне название нравится, типа, ну, пельмешка. Не, ну реально. Мемное название. Давай вот это посмотрим. Да, Лиза! Ты что все испортила? Пельмешка вот мне хотелось бы очень. Вот такого бы, типа. А мне? Вот такого. О, вот такую лягушку и вот такого. Я хотела бы черепушку. Такого. Я всех бы хотел, но больше всего сейчас говорю. И Бу, потому что они, он светится. Блин, вот бы мне этот Бу выпал. О, тут игра есть. Давайте на игру зайдем. Блин, скачать придется приложение. Ну, это пипец. Я не знаю, что там такие мемные названия и необычные. Блин, вот эта акция реально прикольна тем, что тут немчики всякие, типа поп-дог. Ну, как можно не знать этот мем? Вы же видели ту лягушку с сердечками? Тем более пельмешек. Ну, блин, название вообще. Пельмешек, блин. Вот бы мне выпал какой-нибудь светящийся. Не знаю. Ну, какой-нибудь. Ну, вот этих, которых я показал, вот бы они мне выпали. Так, давайте откроем. Что это у нас? Все стикерсы идут в магните. Пропустите, я не буду... Не поняла. Не понял. Где там мой номер телефона? Видите, код безопасности. 3-3-3-3-3. Не, ну просто... Подождите. Да какой еще код безопасности, блин? СВЖ. Нет у меня какой отправки. Ну, всем пока, с вами был Вуня. Не, ну, реально, название мне вот прям нравится. Не, ну, вы посмотрите. Это же божественно. Сейчас зайду. Google. О, в Telegram, что ли? Блин, ну я не могу. О, кстати. Блин, ну короче, всем пока, с вами был Вуня. Сколько их там мне собрать надо? Так, сейчас. Вот бы мне выпали кто-нибудь, я не знаю.
Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ребят, если вот мне выпадет вот этот, или вот, вот этот, я просто орать буду, наверное. Ой, я сбился, блин. Давайте заново. Так, ну это третий, четвертый. Ой. Пять, шесть, семь. Да блин, заново. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть. 27. Ой, 26. Вы что, шутите? Как я вам 26 штук, блин, там заберу? Соберу. Не понял. Где еще купоны? Тут, тут игра еще, говорили, есть какая-то. О! Вот этот пельмешек, я слушаю, он самый редкий, поэтому... Ну, все-таки я хочу больше всего пельмешка и поп-дога. Что, мне кажется, они самые мемные. Мельшик, потому что он редкий, а поп-дог, потому что, ну, он слишком мемный, ребят. Как, ну, вот эта собачка, я просто мечтаю о ней. Да, вот бы у меня она была. Всем пока.